Ваша прабабушка умерла в Новый год. Мама ее. Вот. Она раньше с нами была, как бы это, отмечала всегда. Потом перестала приходить. Дома одна начинала отмечать. Ну, справит. До пол первого день, до часа, и ложится спать. Плачет. Я говорю, ты что делаешь? Говорю, какие плакания? Ну, вспомнила, ну да. Ну, жизнь-то и так, как говорится, самой много лет. Понятно, что? Горе есть, горе. В Новый год мама у нее умерла. За столом прямо. Вот. Сейчас Марфа, говорит, стесняется, Марфа придет. Я вам всегда обещаю, что придет, никогда не придет. Сараза будет опять с этими там, со своими. Просидишь, говорю, одна. Я говорю,